Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Грамотно составленный образ для зрелой женщины должен объединять классику и тренды. В сегодняшнем выпуске я подскажу, как это сделать, чтобы образ получился гармоничным. Я рекомендую в этом сезоне приобретать брюки с высокой линией талии и женственными блузами. Их можно миксовать, добавлять интересные детали, красивую обувь и стильные аксессуары. Еще одно приобретение, которое будет вас выручать во все сезоны, и не только летом, это классическая белая рубашка. Выбирайте прямую или свободную модель и носите ее с любыми брюками, джинсами или юбками. Особое внимание советую обратить на яркие летние платья. Выбирайте тропические принты или животные. Такие узоры не противопоказаны зрелому образу. Не бойтесь длины до колен. Если ноги в порядке, можно позволить себе такую вольность. Брючный костюм – сильное дополнение не только для летнего сезона. Универсальный костюм можно носить с футболками, блузами и комбинировать пиджаки с любыми юбками или джинсами. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!